два года работал зашивающим. Это Игорь Глушков за машину. Там и там батюшка приехал. Вот такая честь. Подойти поближе, посмотреть, что здесь за... Ячмень. Его берут в основном на пиво. Еще сухой, хороший, чистый. А здесь что он? А здесь отходы гороховые. Но они нужны, значит, раз сюда он загнал их. Вот какой, 60 метров длиной. 12 метров шириной. Как будто так. Это зерносклад Игоря Барабаша. Начинает уже завозить. Ну, потом думает как-то здесь асфальтировать, может быть.